Дорогие друзья, ну а мы с Вероникой хотим вам рассказать о том, что в Иркутске много талантливых детей, и они не только ведут программы, но еще и поют и участвуют в различных конкурсах. Знакомьтесь, Марианна Федотова, финалистка телевизионного проекта «Байкальский голос», второй сезон. Марианна, привет. Доброе утро. Во-первых, доброе утро. Очень рада тебя видеть, но ты не понаслышке знаешь, что такое участие в конкурсах, прохождение различных кастингов, что такое телевидение и что такое съемки. Скажи, как тебе вообще живется в этом шоу-бизе? Ну, хочу сказать, то, что это, конечно, волнительно. Когда я первый раз приходила на отбор «Байкальского голоса», было очень волнительно. И думала, как бы там попасть в правильный тон, ноту и так далее. Но все-таки справилась и получила достойную награду. Смотри, все получилось, ты действительно запомнилась абсолютно всем и каждому. Как-то изменилась твоя жизнь после «Байкальского голоса»? Начали тебя мучить поклонники, забрасывать цветами и прочее? Это, конечно, нет, но жизнь изменилась в том, что я побывала в Москве, так, увидела, как живут люди в таком, ну, в столице, в большом городе, вот, и очень благодарна этому проекту Максиму Михайловичу Назину, то, что вообще съездил в Москву, и наконец-то исполнила свою мечту, полетала на самолете и вообще побывала в Москве. Ну и да, подписчиков здорово. Наверняка тоже в Инстаграм прибавилось. Ну, возможно. Слушай, ну расскажи, пожалуйста, а есть планы там, не знаю, переехать в Москву? Да. Дальше заниматься пением, продвигать? Да, конечно, есть планы переехать в Москву. В 18 лет я уже это совершаю. Так. Вот, об этом знает вся моя родня, семья. И она смирилась. Вот, и, конечно, буду поступать в музыкальное училище. Ну, ты хочешь славы, ты хочешь быть знаменитой? Ну, собирать, конечно, полные залы. Да, конечно. Надеемся, у тебя все это дело получится. Да, у тебя обязательно все должно получиться. Расскажи, пожалуйста, с чем ты пожаловала к нам, что за песня, что будем петь? Сегодня я спою песню «Roar». Это Кэти Перри поет. Да, она вроде из... Вроде певицы. Вроде певицы, вроде Кэти. Вроде из Америки, да? Да, вроде из Америки. Вот. В общем, слушаем, дорогие друзья, Марианну Федотову, финалистка телевизионного проекта «Байкальский голос», второй сезон. I used to bite my tongue and hold my breath. Scandy rock a boy can make a mess. So I said quietly, agreed politely. I guess the rock had got, I had a choice. I let me push me past the breaking point. I stood for not a sin, so I fall for every sin. You held me down, but I ain't got up. Hop, get ready, brushing off the dust. You hear my voice, you hear that sound. Lying gonna want a secret chord. Help me down, but I ain't got up. Hop, get ready, cause I have enough. I see it all, I see it now. And
тебя бурные аплодисменты для Марианы. Очень круто, тем более с утра. Мы представляем, как тяжело петь. Мы представляем, как тяжело вставать, но благодаря тебе большинство иркутян уже проснулось и готово идти на работу. Спасибо тебе большое за исполнение. Было классно, весело, здорово. Желаем тебе всего самого наилучшего, ну и с наступающим 8 марта. Вам большое спасибо за приглашение. Я очень рада, что опять побывала у вас в гостях. Приходи почаще. А мы тебя ждем всегда. Конечно. Радуй нас своими успехами. Удачи тебе. Удачи во всем, друзья. Ну а вам мы желаем удачи в своем времяпрепровождении, потому что рубрика «Сегодня вечерком» прямо сейчас расскажет, чем можно будет заняться вечером.